Здравствуйте, вы смотрите программу «Культурное время». Мы в гостях у генерального директора компании Dream Laser Андрея Тубельцева. Привет, Андрей. Привет, Женя. Последний раз был в гостях у тебя в районе торгового центра «Фантастики» в помещении. Немного поскромнее оно было. Как переехали? Какая здесь площадь? Кто делал дизайн этой красоты? Переехали мы уже как год. Год еще делали ремонт, на самом деле. История этого помещения, она начинается с первого нашего фестиваля «Интервала», который мы проводили как раз здесь, на территории «Ниш Полиграф», когда все было еще разрушено, все было в таком состоянии неудовлетворительном. То есть после проведения мероприятия у нас там пришла идея, почему бы не переехать туда с офисом. Наши друзья Миша Маслов и Митя Соколов, они совместно в коллаборации как бы выступили здесь как архитекторы. На самом деле здесь было проделано очень много работы от реконструкции стен и, не знаю, там, приведения из аварийного состояния в рабочие всех колонн до такого, грубо говоря, дизайна неформального. Но основные характеристики сегодня? Площадь помещения? Площадь помещения у нас здесь по первому этажу, по-моему, в районе 800 метров. Ну, плюс у нас настройка, у нас здесь очень много мезонина, то есть мы настроили специально второй этаж, на котором мы сейчас здесь находимся, он искусственный. Порядка, наверное, около 1000 квадратов. Плюс у нас из таких фишек у нас здесь свой собственный шоу-рум, где мы тестим наши инсталляции, там репетируем перформанс, вот сейчас тоже, который... У нас сейчас находится здесь некая репетиция перформанса. Есть у нас такой зона отдыха, где у нас там есть спальные места. Наши друзья, которые к нам приезжают, и в основном наши работники, постоянно используют, то есть это такого хостельного формата помещения с душем, с туалетом, с четырьмя кроватями. Ну, претендуешь на работодателя года прям, да? Сотрудников много, увеличивается? Сотрудников, да, у нас увеличился. У нас сейчас порядка 70 человек сотрудников. Тоже коллектив такой же молодой, у нас там средний возраст, наверное, там 23-25 лет, хотя есть и старички, которым там за 50, welcome, мы все равно там всех любим. Вот, что мы всех вообще принимаем, очень много у нас приходит дизайнеров, ребят креативных, то есть основная часть, за счет чего мы разрослись, это креативный кластер, это дизайнеры, арт-директора, креативщики и все такое, то есть, ну, не знаю, из нормальных фишек мы тоже там для наших сотрудников обучение английского делали. То есть у нас приходит преподаватель, который всех желающих бесплатно обучает здесь, чтобы у нас там подтягивали английский, потому что выходим на другой уровень, все должны разговаривать, и исполнители, и продюсеры, и менеджеры на хорошем английском. Ну, политика очень похожа на такие мировые компании известные, вроде Apple, Google, да? Оттуда что-то берете? Ну, не скрою, когда мы за референс брали вот именно как раз работу офиса, у нас была единственная задача, что было open space, конечно, мы смотрели на мировые офисы, прикольно. Ходили там по Москве, грубо говоря, по Красному Октябрю, по Минзаводу, тоже к нашим друзьям смотрели, перенимали идеи. Очень много здесь уделили, кстати, еще тоже световым инсталляциям, то есть, ну, конкретно свету. Все к нам тоже, кто приезжает, говорит, класс, молодцы. Ну, просто с улицы так с Варварской заходишь сюда, на второй этаж к вам в гости, и показываешь просто в другом мире каком-то. А почему вот именно «Ниш Полиграф»? Да? Ну, еще раз говорю, то есть, во-первых, мы хотели, чтобы это было в центре, во-вторых, мы здесь проводили первый фестиваль «Интервал», и нам просто понравилось это помещение. В-третьих, здесь на территории «Ниш Полиграф» начал формироваться такой некий творческий кластер. Здесь находится и там Женя Кудельников с «Кинофактурой», тут находится центр театрального мастерства, еще очень много студий, например, по дизайну одежды находится, разных лекториев. Ну, как бы мы тоже хотели, чтобы здесь формировался условно творческий кластер. А тебе нравится, что вообще сегодня вот такой тренд, но как бы формируется общество интеллектуалов в 21 веке сейчас, и очень много вот именно таких арт-пространств появляется? Может, я не знаю, там, Почаенко, Варварка, 32, Ниш Полиграф, да? Тебе вообще нравится этот тренд? Ну, это такой общемировой больше тренд, потому что, грубо говоря, все люди творчества должны собираться в одном месте, делиться какими-то идеями, создавать коллаборации. Например, тоже вся мебель, и сейчас для нашего фестиваля мы тоже очень серьезно и в большом объеме пользуемся услугами «Артель», которая над нами находится. Это тоже молодые ребята, которые просто делают классную мебель, там, работают руками, головой, создают там дизайн. Ну, у тебя наверняка люди работают не на количество, а на качество. Понятно, что они приходят, например, там, не с 9 до 6, да? Да. Как построен рабочий день? Ну, фактически у нас рабочий день, конечно, есть, у нас он с 10 до 6, мы там... Ну, он условный? Он условный, да, но как бы кто-то приходит
с 9 пораньше, кто-то приходит к 8. На самом деле у нас самое главное, чтобы работа была выполнена, то есть, ну, фактически там графика какого-то и табеля, когда ты приходишь, у нас нет. Ты хоть Sony PlayStation стоит в комнате отдыха? У нас стоит Sony PlayStation, у нас стоит футбол, у нас стоит теннис настольный, у нас массажные кресла. Пользуюсь чем не хочу. Еще там, грубо говоря, куча других благов для сотрудников. Да, мы спрашиваем, грубо говоря, когда у нас идет проект дедлайновый, у нас и... Не знаю, там все ночью задерживаются и приходят в 6 утра. Каждый выходный, когда приходишь к нам в офис, у нас кто-то есть, это 100%. Или, например, там позже 9 постоянно кто-то остается. Поэтому, ну да, мы не спрашиваем, у нас такое, ну, грубо говоря, я, конечно, не сторонник конкретного работы на фрилансе, домашнего, то есть мы в любом случае всех вынуждаем выходить в офис, но прям конкретного жесткого такого времени рабочего у нас нет. Нижегородцы, если слышат Dream Laser, то у них ассоциация всегда, мне кажется, это День города, ваши шоу световые на площади Минина. Да, чем еще сегодня занимается компания, какими проектами? Если говорить про Нижний Новгород... Давай с Нижнего начнем. Давай с Нижнего. То это в первую очередь мы делаем наш большой фестиваль, это наше детище, это исключительно то, что мы делаем своими силами, своими ресурсами. Фестиваль «Интервалс», который будет проходить 12, 13, 14 апреля на 12 локациях Нижнего Новгорода. Он разделен на таких три части. Первая – это выставочная, то есть это мы везем очень крутых художников со всего мира, с Японии, с Германии, с Турции. Это суперкрутые мировые звезды, которые работают в формате медиа и искусства. То есть это, ну, грубо говоря, такое некое, наверное, еще новое, как для нашего Нижнего Новгорода, так и для России в целом, формат. Но в то же время мы знаем эти лица, мы знаем, что они в супермировом тренде, в том числе там и российские наши звезды, там и студии. И мы тоже как компания, как студия, как организаторы этого фестиваля, так и город Нижний Новгород в целом, хотим, чтобы мы были в авангарде, чтобы там через 5 лет, когда везде уже начали там возникать некие там галереи, студии и арт-кластеры с таким видом искусства, все говорили, ага, в Нижнем это уже было давно, они вообще крутые. Ну, Нижний Новгород такой столица стрит-арта. Да, да. Очень известный художник, но сейчас он будет столицей света, видимо. Да, да, почему нет? Ну, мы с Никитой в том числе общаемся, и у нас будет вторая... С Никитой Номерс. Да, с Никитой Номерсом. А у нас будет вторая часть нашего фестиваля, это лектории. Он будет проходить в Арсенале и на территории Нижполиграфа 13-14 апреля. У нас очень крутой состав лекторов. Это и художники, и крутые креативные команды, и студии. Мы в том числе. У нас приезжают мировые звезды тоже, такие как, например, директор самого крупного европейского фестиваля «Света Сигнал». То есть, ну, как это, на кого мы ориентируемся условно. Вот, и будет тоже некий такой круглый стол, на котором Никита будет присутствовать, правительство Нижегородской области, мы будем обсуждать какие-то насущные вопросы. Лекции, выставки, понятно. Да. Шоу. А у нас будет еще музыкальная программа в Милый концерт холл, которая будет проходить 12-го вечерний концерт. Это все будет в аудио-визуальном таком некой инсталляции. То есть это не просто, грубо говоря, выступление какой-то звезды, это все в электронном формате. Но это прям подготовленный сетап, который мы делаем интро. То есть, в частности, с 13 на 14 будет ночная большая программа в двух залах Милый концерт холл, тоже крутые суперзвезды, которые даже в России не были. Это все в стиле Бейтс будет, такой некой экспериментальной музыки тоже, которая может быть для нашего Нижнего Новгорода не совсем популярна, но мы не стремимся делать какой-то такой супер-мейнстрим, чтобы всем было понятно. Мы хотим показать людям
интеллектуалам и, в принципе, всем жаждущим нового искусства, что-то новое, чтобы они увидели, что да, окей, это тоже круто, это когда ты совмещаешь аудио, часть выступления, все у нас лайвы, в основном выступления. Мне интересно про старые, как в эту историю будет вписана наша архитектура, наследие, стрелка, пакгаузы, маяк. Да, возвращаясь к выставке, у нас основные такие крутые локации. Это в первую очередь мукомольный завод «Элеватор». То есть у нас приезжает один тоже из лучших стрит-артистов в России, Андрей Бергер-Абер. И мы полностью расписываем граффити все вот эти вот «Элеватор» мукомольного завода. Плюс силами Dreamlaser мы будем делать такую некую коллаборацию. Это когда готовый стрит-арт совмещается с мэппингом. То есть это некий такой paint-мэппинг. Это вот одна из самых крутых инсталляций. Плюс у нас будет инсталляция на улице. Это здание фабрики «Маяк». Там будет как снаружи мэппинг из двух художников, которые там будут использоваться, так и внутри инсталляция, внутри «Маяка». Инсталляция от 404 Zero. Это очень крутые московская команда. Тоже она будет такая некая лазерная инсталляция. Плюс мы вышли на территорию «Стрелки». Это наши суперклассные, просто шикарные пакгаузы, которые настолько перспективны, но в то же время забыты всеми нижегородцами. Никто не знает, их никто не видит. Они, в принципе, не засвечиваются. То есть, когда возникает вечер, и когда зажигается храм Александра Невского и там наш здоровый стадион, то пакгаузы не теряются, они как черное пятно. Весь наш город должен их увидеть. Мы тоже делаем там некую световую инсталляцию. То есть, там не будет мэппинга, не будет видеоконтента, но в то же время мы хотим, чтобы со всей части Нижневолжской набережной их было видны. То есть мы ставим... То есть с другого берега, да, с другого берега. Смотреть. Там все-таки будет забор. Нет. И плюс мы пускаем зрителей непосредственно к пакгаузам. И там будет инсталляция интерактивная. Интерактивная инсталляция, где будет протянут некий такой светодиодный сетап, в котором, грубо говоря, будет тоже там некая такая, грубо говоря, штукень бегать. Вот. Стадион, кстати, мы договорились, выключаем, что большое спасибо, они вошли в наше положение, чтобы он не отвлекал внимания. Вот. Плюс у нас будет очень крутая инсталляция на площади Горького. Мы ставим там большой-большой шатер 12-метровый, некую такую полусферу, на которую с 360 градусов будет светиться контент от стамбульских художников Оуч. Что касается локации в помещении, как я сказал, мы используем «Маяк». Это у нас киноцентр «Рекорд», «Астрок». Это тоже, грубо говоря, наверное, одно из таких непризнанных, что ли, помещений, но очень крутое, которое на свободе находится, бывшая там царская тюрьма. «Арсенал» и «Дом архитектора». Тоже там будет половина инсталляции с видеоконтентом, половина лазерной инсталляции, половина просто световые. То есть, что хотим сказать, в первую очередь, что вход для всех зрителей, гостей города на все инсталляции абсолютно бесплатный. Все начинается в 7 вечера, заканчивается в 11 вечера, 3 дня. Это будет как бы такое некое цикловое повторение. То есть формат именно выставочной части, он прогулочный. То есть ты пришел, посмотрел, не знаю, может быть, задержался, и дальше пошел гулять или там пешком, или, потому что они, в принципе, в шаговой доступности, или там на машине на следующую инсталляцию. Фактически за 2-3 дня ты сможешь все 12 локаций объехать. На каждой локации у нас будут присутствовать медиаторы, искусствоведы, на некоторых художники, с кем можно пообщаться, вообще, в принципе, понять, что он хотел этим сказать. Ну, если, например, у тебя там сомнения, например, в голове по поводу того, что инсталляция обозначает. Вот также все лектории, они тоже бесплатные. Лекционная часть будет проходить в «Арсенале». Все welcome, приходите, смотрите, общайтесь, слушайте крутых людей, задавайте вопросы. То есть... Какая-то коммерческая составляющая все равно у тебя есть? Потому что День города – это фактически, ну, надо сказать, да? Что это каждый год, мне кажется, подарок такой городу. Ну, можно сказать, что все-таки для Нижнего Новгорода у нас... Это тоже будет подарок? Спецтариф. Это 100% подарок, никакой коммерческой составляющей нет. Коммерческие составляющие – это музыкальная программа, да, там вход по билетам, но, грубо говоря, артисты, которые приезжают там, и некий лайнап, он, конечно, немножко с перехлёстом всего бюджета, кто бы туда ни пришел. То есть это, в принципе, мероприятие, в первую очередь, для искусства в целом и для нашего региона в частности. То есть мы, грубо говоря, как одни из представителей этой индустрии, мы хотим, еще раз говорю, показать, что вот именно аудиовизуальное искусство – это некий, может быть, авангард нового искусства. Это там, не картина, это не кино, не что-то новое. И есть в этом очень большая перспектива. Так что мы хотим привлечь это для города, показать, ну, в
частности, как организатор мы выступаем, чтобы увидели и нашу работу в том числе. Вот, наверное, по этому мы выбрали даты именно 12-13-14 апреля, потому что, грубо говоря, мы как коммерческая организация не очень загружены, мы все свои ресурсы отдаем. Слушай, ну как развивается фестиваль? Просто тут не семимильными шагами, а со скоростью света. Ну, наверное, это просто мы не можем остановиться. Пошли во вкус, да? А каким был первый фестиваль, ты помнишь? Первый фестиваль был еще раз. Вообще как идея пришла, зачем вам это? У нас есть, мы не с самого начала в этом фестивале, нас на первый фестиваль просто привлекли как партнеров, у нас есть идеолог и один из организаторов, это Ксюша Чеховская и Антон Колодяжный, он наш креативный директор, вот они вдвоем там начинали это все. Фестиваль мы уже потом просто подключили сначала как технические партнеры. Сейчас мы уже выступаем как полноценный, просто потому что фестиваль вышел на достаточно серьезный уровень. Я еще раз говорю, я вообще не знаю, как так получилось, у нас так все получилось. Мы думаем, ну да, окей, сделаем вечеринку опять, что-то там еще по городу, там пару локаций. Тут как-то начали, не смогли остановиться. Ну, то есть, ну еще раз говорю, он полностью некоммерческий, так что и билетов у нас нет, и все мы выставляем свое оборудование. Хорошо. С Нижнего мы начали, шагнем чуть дальше, может быть, даже за пределы России. За пределами России, в принципе, в России мы очень много работаем. Я не знаю, там по России мы работаем, не знаю, там, на самых крупных мероприятиях, там, с первыми лицами, различные там, бизнес-форумы экономические, такие же самые крутые фестивали, как «Круг света», это тоже мы там постоянные партнеры и по созданию контента, и по технической составляющей. Работаем, не знаю, там, ну, во всех городах России. Мы работаем очень много за рубежом. Недавно мы премию выиграли как лучшее применение технологий в событии года. Это некая такая премия с симфоническим алматинским оркестром. Мы делаем шоу «Мистер Адам» интерактивное, которое сейчас по всему миру курсирует. То есть она там уехала из Казахстана в Дубай, выступали в Бахрейне. То есть мы, на самом деле, очень частые гости вот именно в Средней Азии. Там Эмираты, Катар, Бахрейн, работаем в Европе, у нас были проекты в Лондоне по тоже открытию, очень крупная металлургическая компания, работали в Америке, в Лас-Вегасе мы, кстати, заняли с производителем программного обеспечения первое место стенда, то есть мы разрабатывали дизайн стенда на большой выставке, они заняли первое место как раз в нашем шоу. Работаем в Китае, не знаю, там. Я тебе еще раз задам этот вопрос год спустя. Что ты делаешь в Нижнем Новгороде? Ну, мы на самом деле в Нижнем Новгороде у нас, ну, во-первых, мы все нижегородцы, патриоты. В Нижнем Новгороде очень большое количество классных людей, которые, именно вот креативных дизайнеров, которые позволяют нам, оставаясь в Нижнем Новгороде, работать по всей стране, по всему миру. Ну, а то, что мы в Нижнем Новгороде находимся, а почему нет? Экономически нам это интереснее. Территориально мы находимся не так далеко от Москвы, но в то же время не Москва. То есть вся восточная часть России нам открыта. Но у нас есть склад в Москве, у нас там есть работники в Москве. Но все равно мы позиционируемся как Нижний Новгород. Ну, в Москве, понятное дело, у нас там очень большое количество работ. Нижний Новгород – это, не знаю, там 5-10% от всего объема наших заказов. К фестивалю готовы? Готовимся. Тяжело идет? Ну, очень тяжело, на самом деле. Что мешает? Мешает то, что мы сами не организаторы. Мы классные подрядчики, мы креативщики, но очень тяжело именно по организационным моментам. Нам серьезно помогает правительство Нижегородской области, в частности, Министерство культуры, где там помогает, направляет нас, кому какие бумаги писать, с охраной города согласовывать, там, МЧС, я не знаю, очень много всего. Когда ты выступаешь по другой линии мероприятия, когда у тебя есть задача просто сделать, как, например, на «Один город», вау, классное шоу, а у тебя там 10 минут, да, ты к этому месяц готовишь, а теперь нам нужно готовиться ко всему. То есть нам нужно, не знаю, там общаться с МВД, с ГИБДД, с МЧС, с каждой локацией, с администрациями. Ну, это для нас, ну, немножко новый опыт. А сколько времени подготовки нужно для проведения трехдневного фестиваля? Вот такого, ну, вот мы уже начали вплотную работать, наверное, с января месяца. То есть до этого мы выступали, ну, как бы так, информативно, все пытались, там, примерно договаривались с площадками, а с февраля прям вот мы уже начали этим работать, но мы поняли, что мы прям, ну, сильно опоздали. Надо заниматься, не знаю, ну, за полгода, чтобы так не спеша писать все письма, со всеми классно договариваться на комфортных условиях. Кстати, тоже вот все площадки, которые нас поддерживают, и области город, как бы понимая, что у нас некоммерческий фестиваль, который поддерживает город в том числе, тоже у нас там нет коммерческих условий ни с кем. То есть все площадки, пожалуйста, заходите там.
А станет какая-то площадок главной, какая-то из них? Или что будет главным? Или закрытие какое-то ожидается? Не будет особо никакого открытия, не будет никакого закрытия. Формат, он абсолютно новый для города. Просто все начинается в 7 часов, а в пятницу заканчивается в 11. Вишенки на торте? Не будет, нет. Мы, ну, наверное, вишенка на торте. Приходите в Милл Концерт Холл суббота на воскресенье с 13 до 14. Там будет вишенка на торте, да. Там мы оторвемся по полной. А так именно площадки открывающие не будет. Ну, мы сделали некую карту, и сейчас запускается приложение на сайте intervalfest.com, это можно там, грубо говоря, увидеть, скачать. Мы начинаем с маяка, потому что нам так удобнее. Мы там выстраиваем карту, у нас все локации с циферками, но в то же время вот конкретно открыть-закрытие не будет. Еще, кстати, забыл сказать, что к нам вышли тоже наши друзья из телебашни. Мы тоже будем делать контент, используя телебашню. Это очень круто. Причем там, грубо говоря, это, наверное, одна из локаций, которая нам сами позвонили и сказали: блин, вы такие крутые, у вас крутой фестиваль. Возьмите нас. Да, да, мы такие, мы даже вообще даже подумать не могли. Я даже, ну, не знал, думаю, ну, как бы мы видишь ее, когда там она зажигается. Но сейчас мы даже подумать не могли, что-то можем поиспользовать. Вот давай немножко отвлечемся от фестиваля. Я все-таки про современные технологии еще хотел поговорить, поскольку город у нас такой, я не знаю даже, как это назвать, долгий, что ли, в этом смысле. До Москвы-то долго доходит, а до Нижнего тем более. Ну да. Такой разрыв есть серьезный. Вот есть у нас какие-то перспективы в этом? Насколько хорошие, насколько быстро мы можем вливаться? Вот говоря об умном городе, о котором сейчас власти те же нижегородские много говорят, да? Цифровые технологии, цифровое правительство, онлайн-услуги и так далее. Вот ты видишь это? Здесь я могу сказать, что путешествуя там по другим городам, конечно, ну, мы не на лидирующих позициях находимся. Взять там то же самое там в Павложе, Казани. Ну, наверное, это там все зависит от бюджета. Все-таки бюджеты решают все. То же самое, например, там супергород Астана, ну, в центре города Астаны, который там сейчас сделали, из него там какой-то вообще там невероятный после Астана-экспо он стал какой-то футуристический город. Ну, там тоже какие-то невероятные деньги вкладываются. Что касается Нижнего Новгорода, ну, конечно, у нас есть перспектива. Если бы ее не было, мы 100% бы здесь не засиживались. И все наши коллеги, друзья, там, в том числе из Москвы, говорят: что вы там сидите? Мы говорим: ну а почему нет? Нам вот нравится, и мы видим в этом... Ну, наверное, просто ты не сталкивался с чиновничными издержками. Чиновничьи издержки. Я вообще не бюрократический человек. Для меня вот, когда включается бюрократия, отключается, не знаю, там все желание что-то делать. Я человек дела... Хочется на Бали сразу. Да. Я человек дела, мне хочется там что-то быстро сделать и там идти дальше, не закапываясь в какой-то там, в каких-то бумажках. Если у нас город, грубо говоря, перейдет черту и станет, не знаю, там, может быть, там лучшим городом по внедрению технологий и ускорению развития всего, то это вообще будет круто. Перспектива есть, но что мешает, все-таки не очень понятно. Ну, сейчас он растет, ну почему нет? Перспективы у нас такие, что там на скоро 800-летие это федеральные деньги придут, и год у нас будет, не год, условно, а 3 месяца полноценных событий. Это там никто не скрывает сейчас. Весь город этим и живет. А уже. Ты думаешь, ну, чемпионат нам много дал, кроме того, что стадион сейчас светится? Стадион открыли, набережную отремонтировали, гостиницы, много новых гостиниц сделалось. А на самом деле тоже к нам приезжали друзья, и у меня там из Москвы очень много друзей приезжал, говорят: классный город, почему нет? Я считаю, что сделалось. Я считаю, что нам чемпионат дал не только там плюс одну станцию метро, но все-таки, грубо говоря, город в целом как-то преобразился. Ну, убрали синий забор, но это вообще ужас был. Я помню, мы с Абихом делали на Покровке год назад инсталляцию тоже про синий забор, ну, потому что он, ну, реально достал уже, это невозможно. Убрали синий забор, открылся маяк. Да я вообще в жизни сам, ходя там, грубо говоря, по Нижней Волжской набережной, когда ты проходишь, ты только можешь около этого маяка идти, ты не видел его со стороны. А сейчас здание маяка открылось, это, ну, вообще это круто. Это безумно красивое будет. Конечно, конечно, да. Это прям крутое здание, крутой фасад. И, ну да, чемпионат мира нам дал. Посмотрим, как оно живет в ваших лучах. Спасибо. Да, спасибо.